Каждая семья – целая история. История не только счастья, но и преодоления трудностей. И, конечно, побед. Поздравить тех, чья семья достойна всех наград, приехала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Счастливы вместе 55 лет. Семья Лилии и Виктора Письменных в этом году празднует изумрудную свадьбу, а Галина и Николай Петровы отмечают сапфировую. Обе семьи сегодня получили памятные ордена за любовь и верность. Как подчеркивает наш президент Владимир Путин, нам очень важно поддерживать российские семьи, поддерживать традиционные ценности, потому что именно на них зиждется наше российское государство. Конечно, я очень рада, что у нас очень много семей, которые живут вместе, радуясь каждому дню десятилетия.